Привіт, друзі! Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». І, як завжди, по середах Миколаївська обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні ми з вами будемо згадувати сторінки історії. А саме 14 листопада, 73-та річниця депортації турок-місхетінців з Грузії. І сьогодні у нас в студії представники Миколаївського товариства турок-місхетінців НІАТ, Камбар Акіметов і Пашалі Султанов. Друзі, сьогодні я нагадую, що ми будемо згадувати сторінки історії, адже це історія, яку варто знати. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Мы сегодня вспоминаем историю такой, какая она была. И 14 ноября исполнилось 73 года, как турок-месхетинцев депортировали из Грузии. То есть вы жили на границе Грузии и Турции. И вот в 44 году почему-то вдруг ваш мирный покой, ну не только не совсем мирный, потому что шла Великая Отечественная война, но тем не менее ваша жизнь была нарушена тем, что приходит приказ немедленно уезжать. Давайте вспомним, как это было. Камбар Маликович, вы или Пашалия Мурханович, или вы? Я начну. Давайте, давайте. В 44 году, 14 ноября, постановлением Верховного главнокомандующего товарища Сталина, так сказать, нас вывезли, выселили, вернее, с территории Грузии. На то время у нас было более 110 тысяч, 40 тысяч забрали во время Второй войны, на войну, так сказать. Выселили в ужасных условиях, в скотовозных вагонах, извините, нас выселяли дети, болели, старики не могли выдержать холод, голод и так далее. Если даже в вагоне кто-то умирал, извините, их прямо выкидывали. Антисанитария. И таким образом мы попали в Среднюю Азию. В Средней Азии нам дали, если так сказать, не дома, а комнаты определенные. Там жили по 10, а то и больше людей. Ну и так жили до 89 года в Средней Азии. В 89 году в связи с верганскими событиями над нами очень жестоко поиздевались, поубивали, извините, поизнасиловали. И нам пришлось выехать, так сказать. Оставили мы дома. Да, то, что нажили вот за эти годы. За то, что мы нажили, выстроили и так далее, тому подобное. Взяли чемоданы, так сказать, и выехали. Приехали, попали на Украину, спасибо украинскому правительству, народу, приютили, дали дома, помогли, чем могли. В настоящее время живем в селе Виноградовка, это в Баштанском районе. Мы живем в трех селах, в общей сложности 120 нас домов. Дети учатся в украинской школе, поступают в вузы, заканчивают и так далее. Вот так мы попали на Украину. То есть вы осели здесь, на Николаевской земле, где-то в 90-х годах? В 90-м году, в апреле месяце, по-моему. Да. И вот именно вот эти три села Баштанского района, Костычи, Виноградовка и... Добрая Криница. И Добрая Криница, вы там свили гнезда, можно сказать, и немножечко обжились. И будьте добры, вот Камбар Маликович, Пашали Армуханович, вот это такая... Трагическая история. Вы такой небольшой народ, который жили... Месхетия, да? Это местность область, Грузии, область Грузии, да. Вы там жили до этого... Ну, не вы, но ваш наши народ, родители. Ваши родители жили много-много лет. Ведь вы представители очень древнего народа, турки, да. Месхетинцы. Вот именно месхетинцы, от этого и название. Турки, да. Месхетинцы в пограничном районе. Но при этом, знаете, вы сумели сохранить и язык, и традиции своего народа. При том, что столько помотало по разным
вот как сказал наш оператор Егор перед началом эфира, народ, который прошел такой длинный путь через Среднюю Азию и сюда, от Турции, Грузия, Средняя Азия, и вот приехали сюда, на нашу Николаевскую землю. И как складывается сегодня ваша жизнь? Будьте добры, Паша Леомурханович. Ну, на сегодня наш народ, ваши, что в Грузии, что в Средней Азии, основная масса занята была в сельском хозяйстве. Ну и здесь тоже, мы приехали в Виноградовке, работал бригадиром на ферме, потом в растениеводстве работал, полеводстве. Потом союз развалился, совхозы развалились. Мы в основном брали в аренду землю и сажали овощи. Овощи, бахчи, там арбузы, дыни, синий, перец, помидоры, капуста. И по сей день тоже занимаются. Сейчас немножко сложновато. Ну, а кто учится, то учится в институтах, в университетах. У меня вот трое дочек и сын. Сын работает в Николаевском депо, здесь слесарем уже 6-й год. Старшая дочка, учительница математики, кончила у нас Николаевский университет. Средняя Иня закончила, она сейчас вышла замуж, живет в Анталии, в Турции. И младшая дочка по конкурсу прошла бесплатную учебу в Турции. Она сейчас учится в городе Сакария. Там с ней вместе повезло. С Украины девушка учится. Со Львова, с Одессы, значит. Она в втором курсе. Ну, а так, дома животные у нас, турки все держат скот обязательно, потому что у нас без молочного никак нельзя там. Вот вы еще не сказали, что ваша старшая дочь заняла первое место на областном конкурсе знатоков украинского языка. Да, она в 10-м классе. Турчанка Месхетинка, представляете, друзья мои, занимает первое место на областном конкурсе среди знатоков украинского языка. Вот как любят и как впитывают в себя и наши тоже традиции. У нас, я иной раз смотрю, наша кухня тоже складовая узбекской, грузинской, украинской, турецкой кухни. Мы пока, как говорил тот товарищ, пока с Турции через Грузию, Среднюю Азию вернулись в Украину, в каждом месте мы что-то хорошее для себя брали. Там, национальной кухни, там, одежды, обычаев. Ну, наш народ... сохраняют традиции, они отдельности поодиночке не живут, они живут общинами. Турки-месхетинцы живут общинами, да? Да, обязательно, потому что у нас своя религия, у нас ислам, религия, у нас свои обычаи, еще сохранившиеся еще с давних времен. Ну и одежда тоже, допустим, своя, допустим, ну, женщина особенно, в сельской местности заметна. Поэтому мы можем только компактно жить где-то в отдельности, мы не можем теряться, потому что как-то... Мы потеряем все, если будем жить в одиночестве, допустим, там по несколько домов, то у нас все это потеряется, у нас не будет ни обрядов, ни обычаев, ничего, даже язык мы потеряем. Благодаря тому, что мы живем компактно, вот это все у нас сохранилось до сих пор. Между собой вы разговариваете на турецком языке. На турецком языке, да. То есть вы хорошо знаете турецкий язык, но вы, Паша Ли Амурханович, вы говорили, что ваш турецкий язык несколько отличается от того турецкого языка, который в Турции. Вообще, если взять, и в русском языке, и в украинском языке очень много пришло слов с Запада, допустим. Точно так же я вот с турками, в турецких фирмах работал последние годы. Смотрю, у них тоже очень много слов Запада. А наши, именно мы за то, что учились на русском языке, на украинском языке, на узбекском языке, в нашей речи очень много этих слов по-русски, по-украински, по-узбекски, допустим. Потому что у нас школ не было. И недостатки слов мы заполняли другими словами, другими из других языков, да? Допустим, мы говорим кинотеатр, турки говорят синема. Синема на английском, а кино — это русское слово. Такая разница некоторая. В турецкой речи очень много, кстати, и украинское слово. Вот килим — это ковер, по-моему, да? Потом великоптер,
торба, чамур, тюрпан, терези, это турецкие, украинские слова. Ну, в принципе, если учесть, что совсем там каких-то 200-300 лет назад здесь тоже турки были, то не мудрено, что и все языки переплетаются. Тоже остались, что-то оставили. Конечно. А вот вы знаете, что грустно, совершенно трагическая история вашего народа, это очень печально, но уже, как говорится, из песни слов не выкинешь. Такая есть история, ее нужно и помнить, и знать. А вот еще, вот сегодня, знаете, что мне грустно? Что вот такие хорошие дети, вот вы приехали сюда, вы не растерялись, вы как-то все равно собрались вместе, вместе в общине, вырастили детей. И вот хорошие дети сейчас уезжают. И уже сегодня наша страна теряет хороших детей, которые могли бы трудиться и на благо нашей страны. Они уезжают, потому что зовут их. То есть Турция сегодня зовет своих людей обратно. Ну, знаете, я думаю, наши еще многие вернутся сюда. Потому что вот я в турецких фирмах работал, турки, оттуда именно те турки, очень много, которые остались здесь на Украине, женились, живут. Наши тоже уедут туда, посмотрят, язык знаем, порядки знаем, обычаи знаем местные. Тоже наши дети вернутся, тоже здесь будут работать. Сейчас уже интеграция международная. Это не то, что в советское время там закрыта граница, и никуда не выедешь, никуда не уедешь. Сейчас свободно, где можешь устроиться, где тебе хорошо, там и живешь. А где, вот знаете, есть интересное, вот где хорошо, там и живешь. А можно ли сказать, а надо жить там, где надо, или нет? Или все-таки нужно жить там, где хорошо? Как вы полагаете? Ну, это, наверное, кто как воспринимает. Кому-то надо, где хорошо живет, а кто-то... Очень тонкий вопрос. Да, вопрос кто-то такой. Хочет именно жить там, где хорошо. Ему безразлично. Вот, может быть, высокие слова, родина и так далее. Не, ну ему... почему это высокие слова? Да, ему хорошо там, жить хорошо там, где хорошо. А некоторые, допустим, говорят, что нет, я лучше буду жить чуть хуже, но буду жить вот там, среди, там, допустим, своих или там на родине и так далее, и тому подобное. А я сейчас считаю, что, по-моему, люди до такой степени сели, что уже думают жить там, где хорошо нам, независимо от того, это Украина или Россия или Турция и так далее. Кстати, более 20 тысяч уже... этих, ну, русскоязычных, скажем, и украинок и так далее, живут в Турции, уже официально зарегистрированы, замужем и так далее, и тому подобное. Значит, им где хорошо, там и живут, я так понимаю. А точно так же эти сюда приезжают на Украину, находят свое место в жизни и живут здесь, на Украине. Я очень многих знаю. Которые из Турции приехали сюда. Да, да, женились здесь, живут уже десятилетиями. Ну вот что интересно, ведь вы говорили, Пашали Амурханович, что среди вашего народа не приветствуются смешанные браки. Вы женитесь только на своих соотечественниках, соотечественницах. Да. Это, наверное, просто инстинкт самосохранения. Нас мало. Поэтому мы и живем компактно. Потому что я же сказал, вот наши обычаи, как-то все-таки большая разница, допустим, скажем, с украинскими или с русскими. Допустим, в Узбекистане жили, тоже вроде язык одинаковый, то все, но смешанных браков у нас было мало, практически нет. А вот сегодня многие наши девушки выходят замуж и уезжают в Турцию. В Турции, знаете, другое, я сказал, вот истинно, я говорю, истинно, мы здесь, нас мало, поэтому, а Турция, там очень много народу, поэтому там 10 тысяч, 100 тысяч, там 200 тысяч, если украинцы туда поедут, от этого ничего не случится. Вот как странно, вы осели здесь, на нашей Николаевской земле, вы здесь уже живете 30, сколько? 30? Ну, уже 27 лет, 28-й почти, год. Ну, почти 30 лет. До этого жили в Фергане, да? Ташкентская область. Это есть Ферганская область, есть Ташкентская область. И, ну а сами, как ваши родители, ваши предки жили в Месхети. Мои родители родились в Грузии. В Грузии, да.
Ну, а вот чувство Родины, оно все-таки где для вас лично? Вы знаете, наши родители, я о них говорю, до последнего они добивались возврата на Родину. Родину они считали Грузию. Вот эти, да, они жили там в пяти районах, южных районах Грузинской ССР. Они считали, что это наша Родина. Ну, я, допустим, родился в Узбекистане, как-то для меня это уже далеко. Если с Украины куда-то уехать, уже не в Грузию, а в Турцию. Уже все-таки в Турцию, да? Да. Уже там, где непосредственно. Да, уже такое, потому что уже язык, обычаи, со всеми этими проблемами нет. Тем более Турция сейчас протянула руку помощи, дает дома, льготы большие. Ну, почему бы и не ехать, если так разобраться? Лет 20-30 назад об этом даже разговора не было. Сейчас как-то времена меняются. Ну, как-то все сейчас очень быстро. И да. Люди очень быстро срываются с места, меняют место жительства не только городов, но и стран, и даже континентов. Сейчас как-то все это стремительно происходит. Но ваш народ, сохраняя традиции и обычаи, вы не торопите время, да? Нет. Сейчас, допустим, мы на пенсии, дети, пускай где хотят, там живут, пусть где хотят, там работают. Раньше, допустим, немножко по этому вопросу был, по-другому смотрели, чтобы дети были рядом, как-то времена другие были, друг другу что поддерживали. А сейчас самостоятельно каждый может сам себе выбрать свой путь. Вот дочка уехала в Турцию, это лет 30 назад, об этом и думать невозможно было, чтобы девочку отпустить там одну. Там, не знаю. Сейчас это, пожалуйста, нормальное явление. Но при этом, при том, что вы не торопите время, вы все-таки создали общество, Николаевское общество турок-месхетинцев НИАТ. И сегодня оно объединяет сколько членов в вашем обществе? Ну, здесь где-то около 150 человек в этих селах. Ну, я не считаю там, младшие, средний так, возраст. А вообще это общество, она, как мы сюда приехали, она была создана, ее первым председателем был покойный Расулов, такой здесь общество ее хорошо знает. Расулов сейчас возглавляет наших, есть общество турок-месхетинцев по Украине, сейчас его сын Расулов Марат, он живет в Виноградовке, работает в Киеве. И он этими делами совсем занимается. Ну и есть по селам, по областям руководители. У нас вот Анваров Ибрагим по нашим селам. Кстати, сегодня с Донецкой области вылетает самолет, который забирает наших в Турцию. Вот сегодня у нас 15-й. Да, сегодня 15 ноября. 15 ноября. Это там еще два самолета будет. Забирают. Ну там вы знаете, что идет война, тяжело, дома разрушены, работы нет. Там люди... тоже живут осели. Да, да, люди живут я в тяжелых там условиях. Прямо поэтому их забирают, дома, забирают в Турцию, они с удовольствием едут, потому что тяжело жить сейчас, вы знаете, там в Донецкой и так далее. Ну да, в условиях войны жить это очень сложно. И Турция предложила своим соотечественникам, да, что и там обеспечат не так, как вас тогда турок-месхетинцев перевезли в 44-м году и бросили практически в поле, вот живите, ройте землянки. Да, да, да. Нет, ну вот сейчас их забирают сейчас наши, допустим, вы меня извините, даже там домашние тапочки выдают. Там все. Постель, там стиральные машины, холодильники, ложки, вилки и так далее, и тому подобное. Все-все. Газ, вода, электричество, бесплатно все. Предоставляют жилье, предоставляют средства на жизнь. Естественно, и да. И, возможно, и работу. Да, да, работу. Если кто может работать, но если люди работоспособные. Ну, да? Есть такие, которые там устроились, обжились, уже приезжают здесь, работают на Украине в фирмах разных. Потому что язык знают. Это на Украину будет много приезжают, уезжают, потому что здесь многие молодежь, сегодняшняя молодежь, она выросла в основном здесь. Мы-то, допустим, Узбекистан уже пенсионный возраст. А те здесь родились, здесь учились, знакомых много, приходят, работают здесь. Короче, сейчас, сколько я знаю,
много турков, я же говорил, приезжают, здесь работают, наши уезжают, там работают, допустим, вот средняя дочка там преподает в частной школе английский язык. Младшая летом уже там работу нашла, работала летом в магазине там. Потому что знает украинский язык, английский язык. Какая молодец. Язык. Мы, кстати, знаем очень много языков. Вот, допустим, узбекский знаем, да, Паша? Русский знаем, украинский более-менее знаем, турецкий знаем. В общем, вы не пропадете нигде, да, Камбар Маликович? В каком уголке не окажетесь, вы знаете, вы как-то... Не, вообще, где живешь, нужно этот язык должен знать. Я считаю, где мы в Узбекистане жили, узбекский язык, сюда приехали, наши дети узбекский уже не знают, естественно. Сюда приехали, уже наши дети учились здесь, они украинский язык хорошо знают, допустим. Мы тоже, естественно, мне никогда никакой проблемы не составляет, когда говорят на украинском языке, я хоть не говорю, я прекрасно понимаю. Но смотрите, вы, ваши дети уже знают хорошо и язык, и обычаи, но при этом они знают и свой родной язык. Да. Это ваша заслуга, заслуга семей, в которых воспитываете? Да, и вы знаете, сейчас же, так сказать, телевидение, у нас у каждого дома антенна вот эта вот спутниковая, или как она, тарелка. И постоянно дети смотрят турецкие каналы, очень много турецких каналов. Ну, кто хочет украинский, кто хочет турецкий, и вот это вот тоже дает, так сказать, плюс нашим детям, они уже... более-менее лучше говорят. Почему у нас язык почти не одинаковый, процентов 90, потому что я как говорил, у нас по сей день в бывших союзных республиках у нас нет никакой литературы, ни школы, ни радио, ни телевидения, ни газеты. И поэтому, естественно, мы не знаем многие слова, допустим, там. И... То есть нет школы, в которой могла, даже воскресной школы, в которой... Ну, сейчас последние 10 лет, у нас в школе факультатив турецкого языка. Все-таки есть, да? Через посольство, да. Желающие там... и украинцы тоже, если захотят. Ну, потому что мы вот, когда к нам приходят представители разных национальностей, то каждый из них с гордостью говорит о том, что есть факультативы, есть школы, есть, в которых можно учить родной язык. У вас тоже есть? Есть. Или... В школе, при школе преподают турецкий язык. Ну, для желающих. А вот будьте добры, друзья мои, вы турки-месхетинцы. Турки-месхетинцы или турки? Есть же различия? Вот эту вот приставку турки-месхетинцы... Вообще, эта приставка появилась после того, как мы выехали из Средней Азии. Грузины эту приставку присоединили. Грузины, турки, просто, чтобы отделить наших советских, будем говорить так, бывших советских турков от буржуазной граждан, Турции. От буржуазной Турции. Вот откуда, мол... это регион Месхетия, Джавахетия есть такая в Грузии. Вот мы из тех мест, поэтому турки, месхетинцы говорят, турки из Месхетии, если так правильно сказать. И там не осталось сейчас ни... Нет, там нет. Нет, я в прошлом году, кстати, в августе месяце был в Грузии. Специально мы поехали, так сказать... Поклониться земле. Да, угу. Были на кладбище, были в селе, где мои, допустим, родители жили. Я-то не знаю, где наши дома. Домов там вообще нет, 28 домов. Грузины живут. Ну, очень хорошо нас, кстати, приняли. Говорят, приезжайте. Почему не приезжайте? Возвращайтесь. Да, возвращайтесь обратно. Потому что 80% тех земель пустуют сейчас. Турки уехали. Туда заселили около 7 тысяч хозяйств с Ванети, из других регионов Грузии. Они не обжились и выехали. Так что эти места сейчас пустые, где наши жили. Но есть у вас в планах вернуться туда? Или все-таки вы настроены у нас на Турцию? Большая диаспора азербайджане живет. Вот те собираются туда переселиться. Потому что нас уже больше, чем в то время. Мы на эти земли не поместимся. Вас больше. И вы знаете, вот это здорово, что вас
становится больше, потому что чем больше хороших людей, тем легче жить. Спасибо. И тем светлее жить. Друзья мои, как видите, не нужно унывать ни при каких условиях, да, Камбар Маликович, Пашили Амурханович, никогда не, ну, стараться во всяком случае не унывать. Вот нашим телезрителям, что вы можете пожелать в конце нашего эфира? Знаете, желаем всем здоровья, счастья. Сейчас немножко трудновато с работой, работы, все хорошо. Знаете, в одно время я работал в совхозе, и один день прихожу дома, 70 рублей долг электроэнергии, зарплату задерживали. Помните, были времена, 90-е годы, это самое. Я уволился, весной семью выстроил, говорю, хотите кушать? Сапу в руки, пошли, взяли 1 гектар земли, вырастили урожай. Ну, не богато живем, ну, нормально, всего хватает. Да. Так что не унывайте. Главное, мирного неба, чтобы мир не было вот этой войны, чтобы дети у нас, мы-то, извините, уже, наверное, прожили свое, так сказать. Ну, чтоб, ничего не прожили, жить, ну, вот пока есть жизнь, друзья. Чтобы был мир на Украине, чтобы не было вот этого вот раздел, так сказать, Донецка и так далее, там подобное, может, я неправильно выразился, ну, чтобы не было войны. Живы будем, не помрем, так сказать. Живы будем, не помрем. Друзья мои, спасибо вам большое. Так, эфир наш уже закончен. Но я думаю, что телезрители, мы сегодня вспоминали и трагические страницы истории турок-месхетинцев, которые нужно знать, потому что каждый народ имеет право на счастье. И все люди имеют право на счастье. И, как видите, везде живут люди. Ну, как говорится, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Це була розмова на тему. На все добре.